Герой Советского Союза Василий Иванович Безменов родился 11 июня 1913 года в городе Бохум Орловской области в рабочей семье. В июле 1941 был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С апреля 1944 года на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1945 года старшина Василий Безменов был механиком, водителем танка 49-й гвардейской танковой бригады 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии и 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 20 января 1945 года в бою под городом Радзиюв преодолел 2 противотанковых рва. Танк Безменова зашел во фланг позиции немецких войск и уничтожил его противотанковую батарею, что обеспечило успешное продвижение стрелковых подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года старшина Василий Безменов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1945 году вступил в коммунистическую партию. В конце того же года демобилизован. Проживал в поселке Екатеринославка, работал шофером, а затем механиком в автомобильном хозяйстве Октябрьского района Амурской области. Умер 2 ноября 1981 года. Похоронен в Екатеринославке.